Вы смотрите обзор событий недели, в студии Роман Туманов. Здравствуйте. Дождливая погода на этой неделе прибавила забот автовладельцам. Каждый раз после обильных осадков Ангарск напоминает Венецию. Дороги превращаются в реки, по которым машины и автобусы буквально плывут. Почему ливневые канализации не справляются с бурными потоками воды и кто отвечает за их очистку, разбиралась Евгения Шильникова. Очисткой и обслуживанием ливневых канализаций и колодцев занимается предприятие «Ангарский водоканал». Именно его сотрудники круглый год чистят, греют, промывают коллекторы. И все равно после дождя дороги превращаются в бурные потоки. На некоторых улицах огромные лужи стоят по много дней. Если подтопления все-таки возникают, звонят нам, мы туда бригады отправляем, ищем, в чем неисправность. Бывает, что дождеприемники травой или мусором забьет, чистим их, очищаем. Либо запор, закупорка на ливневых коллекторах происходит, их прочищаем. То есть снимаем этот подпор, и она, работа сразу же нормализуется. Дождеприемники всего города – это 112 километров коммуникаций. Их обслуживанием занимается бригада из 10 человек. Плановая очистка проводится ежедневно. Но после ливневых дождей рабочий день может затянуться и до поздней ночи, и до утра. Но дождеприемники мы начинаем подготавливать весной перед обильным таянием снега, чтобы талая вода уходила у нас, нормально работала в городе ливневая канализация –